закончили мы уборку дома, и здесь, ну, до кухни, конечно, мы будем доходить завтра, потому что завтра генеральная уборка будет на кухне, окна, там, шкафы, все остальное. И села я, драники будем делать. Сейчас я всю эту картошку перетеру, потом отожмем, печку затопим и на печку, потому что печка топится, что зря ее топить. И тепло, и приготовим на ней. В общем, у нас будет на ужин драники с чесноком, вкусненькие. Приятного аппетита, Ася. Не, мы потом скажем, когда уже готово будет. Приятного аппетита. Еще компот надо сходить достать с этого, с погреба, с подпола. Не, погреб. Как он правильно называется? Погреб. Подвал. Подвал. Ага. Подвал. Все, давай. Давай. Занесли на ужин грушевый компот. Сейчас вам покажу. Никаких примесей, осадков, ничего нет. Это помидоры занесли. Драники, конечно, не такие получаются, как на газовой плите. На печке они чуть-чуть по-другому. Там ребятишкам я поставила остывать картофель тушеный с мясом. Сейчас открою. Саш как раз ужинать пойдет с ребятишками. Поставлю на стол и компот им открою. Правда, он холодный, надо немножко, чтобы подогрелся, постоял. Теплый был. Всем привет, дорогие наши друзья и гости нашего канала. Мы сейчас идем на почту за посылкой. Ее вы скоро увидите на канале. Почему я сказала мы идем? Потому что со мной идет Оля. Привет, привет всем. Оля приехала домой на один денек, говорит, соскучилась по вам всем. Так что она у нас один денек побудет и потом уедет снова домой. В новый, во второй дом. В общем, вот так. Вам желаем отличного настроения, всего самого наилучшего. Каролиночка у нас отдыхает на дневном сне. Я ее укачала, уложила, и мы с Олей пошли уже. Сходим, посылку получим и вам уже на канале покажем. А еще можно? Да, говори. Это, я хотела всех поблагодарить. Большое спасибо, кто поддерживает меня, за всякие пожелания. Всем большое спасибо, что пожелали мне счастья всего. Но про Марину я никогда не забуду. Я также буду приезжать и навещать эту семью, потому что они для меня все значат. Потому что Марина мне приютила как бы к своей семье, и так что я все равно буду к ним приезжать в гости. Всем еще раз спасибо за пожелания. Большой ребенок, я его так и зову. Его говорю, ее так и зову. Она меня поздравляла. Ее не было дома, она поздравляла меня с Днем Матери, самое первое. С самого утра. С самого утра, да, самое первое. Точнее, это ночь еще была. Да? И я говорю, да ты мой большой ребенок. А, я тебе, по-моему, где-то в первом часу уже отправляла две открытки. Ну да, еще только вот день, в общем, ну как, только наступало 28 число, и Оленька поздравляла с днем мамы. Так что вот. Конечно, она переживает, немного волнуется. Я ей говорю, ну, когда начинается личная жизнь, всегда это немного волнительно. Все будет хорошо и все будет замечательно. Главное, чтобы жили дружно. Мы с Олей решили сократить путь и немного заблудились. Потом Оля мне показывает, говорит, смотри, вон там, говорит, Светланин дом. В общем, мы по тропинке здесь. Куда мы с тобой зашли? О, да. Ну, давай потихонечку пройдем. Конечно, все грязные будем. Может, об траву там где-нибудь обтерем ноги. Так, как бы нам пройти? О, мы с Олей. Лягушки-путешественницы мы с тобой. Ой-ой-ой. Сейчас мы тут пролезем. Хоп. А вон Светланин дом. Там, конечно, солнце отсвечивает. Может быть, не будет видно на камере. Но Светы все равно дома нету. Она у нас. Поэтому мы заходить к Светлане не будем. Так. О, все, вышли. Мы уже около почты сейчас будем. Немножко осталось. Пойдем теперь обратной дорогой. Пойдем домой другой дорогой. Больше мы не полезем. Сейчас вам покажу, где почта. Как раз мы вот вышли. Вот у нас такой сегодня прям дождь, ливень. Ночью был. Здесь вот лужи прям вот такие вот стоят. Эта улица вообще прям сильно бежит. Хотя нам говорили, что здесь улица сухая. Так. О, Оля ботинки помыла. Я сейчас тоже чуть-чуть протру. А вот она почта. Так, аккуратненько. Получили мы на почте посылки. Оля несет. И я несу. Сейчас придем домой. Немножко освободимся. И потом я уже засниму обзор посылки.
Оля расстегнулась, ей жарко. Там духота вообще. Душно было, ну на почте мы простояли. Ну сколько, минут, наверное, 20, да? Ну да. Недолго вообще были. Но жарко. И на улице сегодня тоже. Я, правда, погоду не посмотрела, сколько градусов. Надо будет сейчас отключиться, посмотреть, и потом уже вам сказать, поделиться с вами, какая у нас температура. Олечка. Оля. Оля-ля. Оля-ля. Нам еще немножко, минут, наверное, 10 ходьбы осталось. Саша там с Юлей крышу делали, где у нас, получается, котята залезли. И потом мы там, в общем, сломали доску. От этой одной доски еще несколько отломилось. И Саша там приколачивал. Я говорю, ладно, что ты будешь на машине ездить? Мы пешочком прогуляемся с Олей, сходим. Ну так, поэтому мы пеши. Пеши, пеши. Зато свежим воздухом подышали немножко. Ноги размяли, не все же кататься, да? Ага. А Оля, молодой человек, тоже на машине, поэтому Оля сейчас мало стала ходить. Как Марина, практически всегда в поездках. Оля. Засмущала Олю. У нас сегодня была очень тяжелая ночь. Был сильный ветер. У многих заборы повалило. Также и у нас там небольшой кусочек. Тучи, пролет ночь. У нас один был. Один. Ну, пролет там небольшой. А вот у некоторых мы сейчас вот проехали до почты. И прям... А вон смотри, забор лежит. Вон там. Сейчас он Саша приостановится. Вот. Вот синий тоже прилег. И тот здесь упал. Здесь и вот тот шифер, где стоит, полностью пролет упал. О, нас... смотри, а там на доме, вон на новая крыша, а смотри, все там, позадирало. А там я сейчас не покажу, там ветки. С той стороны видно, вообще сильно задрало. Мы думали, наша крыша тоже улетит, но ничего, выстояло. Ну, что-то та сторона вообще как будто голая. Ну-ка, давай проедем. Давай посмотрим. Саша развернулся, захотели посмотреть. Еще мы вам ставим небольшой ролик. Саша снимал, как у нас соседи напротив. Там прямо аж искрило, искры летели. Да, вон. Вся крыша, смотри, он посрывал огоньки. А прямо аж загнуло. Подожди, а той стороны что, вообще всю крышу сдуло? Точно, смотри. Там, видишь, работают. Ой, там уже стелят ее, прикинь. Вообще люди пострадали от такого ветра. Печально, конечно. Вообще. Еще тем более дождь лил. Да, на такое мы еще не попадались, на такие ветра здесь. А помнишь, когда мы переехали, нам многие говорили, как вам краснодарские ветра, мы еще да не да знаем. Да, как бы еще их не чувствовали. Вот уже почувствовали. Вот теперь почувствовали. Так Саша тоже в новостях смотрел, получается, в Москве там вообще тоже ужас какой творился. Ну, где еще ты смотрел? В Москве, ну, в Турцию там тоже ураган какой-то. Турция, ураган. Ну все, едем домой. Он искрится, как провода. И в доме он свет моргает сразу. И прям на дом искры летят. Вообще, вон он, ничего Саша попросила меня высадить, говорю, покажу, как вот у нас за моей, получается, спиной вот этот пролет весь упал. Тут небольшой, но все равно. У Саши еще плечо, он продул, видно, или защемило, болит. Сейчас пойдет переоденется, рабочую куртку оденет и пойдет ставить. Я ему помогу, да, Юлю попрошу, чтобы нам пошла на помощь поддержать. Вчера мы не выпустили видео, потому что у нас очень плохо работал интернет, и мы его не смогли загрузить вообще. Пытались и ближе к 8 часам вечера загрузить, но никак. Загрузка крутилась, но видео не загрузилось. Поэтому часть какого-то момента вы увидите уже со вчерашнего дня. Я, конечно, уже буду по-другому монтировать, потому что новый день, новый влог. Так. Погода сегодня у нас, конечно,
Ночь была такая, свет моргал, мы везде все подключили с электросетей, все повыключали, потому что очень, ну, прям гудело так, и по окнам летели эти камешки, ветки, и все подряд. Так уже что подобрали, выходили, потому что где-то ветки пообломились, но это мы уже утром выходили, убирали. И эти фантики, целлофан, то, что вот все летало. Надь ругается. Что-то в почтовом ящике. Найда. Это я в капюшоне. Не узнала. Что там? А, это у нас за мусор. 107 рублей. 10 копеек. Ой, ворота пошла, не закрыла. Представляете? Пошла и ворота не закрыла. Всем привет, дорогие наши друзья и гости нашего канала. К нам пришла очередная посылка от компании Т-Декор. В общем, ссылочки в описании, все будут под нашим роликом. Будем с вами вместе сейчас распаковывать и смотреть, что же мы заказали в этот раз. Со мной помощница. Да? Нет, тебе нельзя ножик, нет. Сейчас мы раскроем и покажем, что мы заказали. Помощница, у нас сегодня Дима не пошел в школу, потому что на улице плохая была погода, и учитель в группе сообщил о том, что те, кто живет далеко, кто пешком, в общем, ну, чтобы детки, ну, могли не приходить в школу, мы напишем заявление, потому что ветер с дождем был такой, что хоть мы и на машине, подожди, зайка. Но не стали рисковать здоровьем ребенка. На тебе, смотри, сколько. Лопать. Мальчишками лопать. Так. Я поставлю на пол и достану все сюда сейчас. Убрали мы коробку и убрали вот эти вот шуршающие, ну, эту, которая сверху была. И начнем сейчас и так от пакетиков, как бы шуршит, и чтобы вам не сильно было, как, не раздражали вас эти мешки. Первое, что я вам покажу, мы заказали Ярославу куртку. Она такая же, как у Димы, только расцветка, конечно, и размер разный. Но фирма одна и та же. Сейчас я попрошу Ярослава прийти, чтобы он нам померил и показал. Размера на Ярослава, получается, точного не было, поэтому взяли немножко на вырост. Цены вы увидите на экране, потому что здесь нету накладной. И мы уже, когда будем монтировать видео, посмотрим, мы уже все напишем. Ярослав, подойди ко мне. Каролиночка играет. Так. Поздороваться забыл, да? Всем привет. Ну, я так и думала, что ему будет на вырос. Ну, вот. Кофту теплую оденет, рукава можно чуть-чуть вот тут подвернуть. На следующий год хорошо будет. Спинка, повернись, я посмотрю. Она прям такая мягкая. А здесь вот, и что мне нравится еще, вот тут такие куртки, что можно вот так, как мне тебя показать, повернись, что можно здесь вот так подтягивать, чтобы она не поддувала, да? Нравится цвет? Да. Нравится? Ну ничего, маленечко, сейчас подрастешь, она тебе будет как раз. Спасибо, мам. Пожалуйста, сынок. Будем снимать? Да. Давай. Так. Следующее у нас это полотенце. Размер у него 70x140. Вот такое. Так. Это у нас джемпер. Размер 122, 64x122. Это мы заказывали для Димы. Вот такой джемпер Диму тоже надо бы попросить померить, но я думаю, что Диме он будет... Ну, пускай померит. Айда. Я почему-то взглядом так посмотрела, думаю, он будет тебе ручки коротковатые. И, наверное, он Ярослав. Да, конечно. Конечно. А хотя размер 64x122. Так. Ну да, Ярику померим. Давай. Оп. О, все, показали мы тут. Давай. И примерку сразу же.
И раздеваемся, одеваемся. Да, Ярослав, померим. На кофточку так накинем. Она ему большеват. Ну, на вырост. Подрастет ему. Ну, на вырост. На 6 лет. На 6? Нет, на 7 уже, наверное, скорее всего. Ладно, иди, Юле, покажи. Так, мы делали этот заказ вместе с Ярославом поздно вечером. Поэтому Дима выбрал вот такую вот шкатулку. Она идет с замочком, называется заначка. Копилка, точнее, не шкатулка. Прошу прощения. Деревянная. Здесь вот такой вот замочек, ключики. Видно? Как бы мне показать-то вам? Ну, ближе подойди. Так, показать. Угу. Видно, да? Здесь вот открывается. Мы потом чуть позже, я уже покажу, как открывается. И это Дима просил. Ярослав заказал для полотенец ванную комнату держатели. Выбрал Каролине вот такую, на присоске. Оп. Полотенчика повесил, и все. Дальше такое выбрал Ярослав себе. Вот обезьянка. Тоже на присоске. Ну, вот так. Это он сам выбирал. Тут еще идет полотенчико в комплекте. Вот так. Это прям в комплекте с обезьянкой? Ну, да. Вот так. Видишь, оно все в одном месте. Тут написано полотенце, держатель, обезьянка. Но про полотенце ни слова не написано. В подарок, наверное. Или может быть оно вместе идет. Сейчас. Примерим обезьянки. Вот такая красота с хвостиком. Вот. Дальше, так, это у нас Каролиночки. Две пары. А, вот она, вторая. Колготки, как мне тут открыть? Цены вы увидите на экране, еще раз повторюсь. Вот такие вот с котятами колготочки ей. Но это мы для детского садика. Ей как раз на 3 годика. Сейчас еще вот эти покажем. По-моему, они одной цены. А? Совушка, сова. Угу. Видно? Да. Красивый цвет вот этот. Так, аккуратно потом все уберу. Так, это у нас тапки сланцы. Они там что-то по скидке были. Вот они пластик вот такие вот. Попробую показать. Вот такие сланцы. Такие прям. Тяжелые. Ну не то, что тяжелые, они как-то это. Что у нас тут еще выбрал Ярослав? Я постараюсь побыстрее показать, чтобы сильно не растягивать видео. А, это он заказывал стирательные резинки. Вот такие. Одну Димы, другую Ярослав. Не показывал. Вот так видно? Да. Так видно. А то я выше забирала. 2 резиночки. Потом аппликации для малышей. Они там вообще прям очень дешево стоили. Это Каролиночки. Вот такие вот аппликации. Вырезать. Ну ты не показываешь. Блин. Так, вот так. Видно? Видно. Вот такие вот. Это для Каролиночки забирали. Дальше мы заказали набор специй для плова. 100-граммовая пачка. Потом мы заказали набор специй для фарша. Вот такую. Тоже тут 100 грамм. Здесь 500 грамм цукаты кубики. Вот такие. Мармеладки. Цукаты. Мармеладки. И заказали арахис неочищенный. Так, это у нас тоже 500 грамм. Вот такой. Слоновый орех я называю. Слоновый орех. Узбекский. Неочищенный. Так, вроде бы все. Так, и сейчас вот эту открою. Постараюсь быстрее открыть. Я даже не помню, что это. Не торопись. Да, чтоб не сильно шуршало и быстрее открыть. Еще мальчишки заказали вот такую пасту шоколадную. Надеюсь, будет видно. Вот такая у нас была посылочка от Т-Декор. Ссылочки в описании мы оставим. Там очень огромный выбор.
когда переходите на магазин, там, ну, есть и для рыбалки, есть и для рукоделия, игры, одежда и мужская, и женская, и получается там что еще есть, даже мебель там есть. В общем, и многое другое, специи, чаи, ссылочки в описании, еще раз повторюсь, спасибо большое, огромное Тедекору за такой прекрасный заказ. Рыжики тоже, как всегда, на помощь приходят. Саша здесь уже ремонтировать начинает. Архаровцы, отдайте! Сейчас эту сторону Саша сделает. Там видно, доски сгнили, которые забор ставили. И она завалилась от ветра. Сейчас он все исправит, новую прибьет. Приделает. Юля шапку не одела. Пойду я ей шапку принесу. Поймала я Юлю, одела ей шапку. Отругала ее, а то она без шапки выскочила на улицу. Ты за гвоздями? Да. Ну ладно, я пойду Саше помогу. Ветер когда был, аж с корнем вырвал дерево. Вот это вот завалил. Тоже сейчас убирать будем. Ты чего сюда тоже пришел проверить? Не лазь туда. Проверять пошел. Обход вместе со мной. Ну что, посмотрел? Все проверил? Саша почти уже доделал. Там небольшой кусочек остался, потому что те от удара сломались. Сейчас он сюда принесет, другую заменит, восстановит и все. Сейчас я камеру... Что, плечо, да? Да. Прям сильно хватает. Он думает, либо продул. Да продул я, мышца болит, прям, когда напрягаю. Может, защемило? Нет. Развернула я камеру на себя. Саша, уже пошел за шифером. В этом видео мы с вами попрощаемся. Спасибо, что были с нами. Мы с вами увидимся совсем скоро. До новых встреч. Пока-пока.